Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, я так думаю, мы сейчас пойдем искать фосил. Только вот сейчас, секундочку, я хочу что-то посмотреть. Так, сейчас. Секунду. Секунду. Фиг его знает, как вот эта эмолга эволюционирует. Не знаю, честно, не знаю как. Это походу вторая эволюция по Чирису или что-то такое. Ну, в принципе, я сейчас не понимаю, как она эволюционирует, но это что-то такое. Не очень понятно, что-то это оно как-то связано вот с этим, с минимумом, не с минимумом, а с Пичу, Пикачу и вот эти все там, вот такие как бы белочки, да, которые как бы можно и так сказать. Что-то, ну фиг его знает, есть ли у нее еще эволюция или нет. Так, ребята, давайте пойдем и куда-то нет, сначала давайте мы все-таки попродаем вещи, так как у нас уже, в принципе, полный инвентарь и... Давайте так, это сюда. Вот. Еще. Так, тут у нас. Тут у нас. Давайте вот это. Так. Так. Еще есть что-то тут, что можно продать? Тут. Так. Тут. Что еще есть? Ну. Это. Что еще тут у нас? Так. Это. И. Так. И вроде уже все, да? Нет, вот еще. Вот это можно продать или сейчас? Да. Так, вот это. А еще что можно продать? Давайте, может, фиг его знает. Да фиг его знает, что можно продать, но в принципе я так думаю уже нифига. Ну как бы все мы продали, да, что было в инвентаре. Так, сейчас давайте это. Там у нас приблизительно уже, я так думаю, где-то есть 100 алмазов, то есть еще нормально так осталось, да. О. Где он? Так. Так, отлично. Еще 2 алмаза, да, получается. Там у нас еще есть один, но он в земле, как я, ну, думаю. Поэтому давайте... Вот. Это и это. Так. Ну, где-то 100 есть, да, алмазов, я так думаю. Ух, еще нормально, в принципе, да. Чтобы Молтреса заспавнить. Ну, купить алтарь, то есть. Да, уже больше даже, чем 100. 100 с чем-то там. Ну, нормально так. Так, давайте сейчас, наверное, полетаем. Может, что-то найдем. Каких-то покемонов. Полетаем и, я думаю, может, в шахту какую-то пойдем. О, там еще один, отлично. Где он? Вот он. Так. Так. Еще один алмаз, можно так сказать. О, там. Еще один. Так.
И давай, давай, давай. Ладно. Отлично. О, отлично, отлично, отлично. Так. И... Так, давайте сейчас куда-то вот сюда. Полетим. Покемоны-боссы. Есть кто-то? Так, куда бы нам? Давайте куда-то вот туда. Пустыню. Нам же Гроудон, да, тоже нужен. Ну, в принципе, если он заспавнится, да. Так. На горе кто-то есть? Кого у нас нету? Фиг его знает. Так, ладно. Чё-то нет покемонов, боссов. Ух, Мью заспавнился. Да ну нафиг. Опять? Вот он там. Лучше бы Граудон заспавнился. Серьезно. Мью уже какой раз спавнится? Уже большой раз. Или, например, тот же, если бы с Шайни, да, заспавнился. Мью, 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 мью. Опять тебя не убивать, них. Ладно, короче. Иди вон, да, все. Короче, не хочу даже тебя видеть и думать, что еще один Мью заспавнился. Ладно. Заспавнился, так заспавнился. Что сделать? Если бы, например, Шайни заспавнился, то. Так. Давайте. О, в принципе, покемоны, боссы. Ладно, давай. Сколько что там себе выпадет сейчас? Ладно. Так, полетели дальше. Что-то есть? Грудон, может, например. Ух, сколько так, ну. Что-то никого не вижу, только не прогруженные текстуры. И больше нифига. О, там был покемон босс, был, но уже нет, еще там, и он походу нет, нет, он не в земле. Так, вот ты там, да? Так. Офигеть! Убежишь, не убежишь. Офигеть. Отлично. Так, сейчас. Plains Biome, еще один легендарный заспавнился. Да ты что, прикалываешься, что ли? Plains Biome. Это у нас опять Rayquaza заспавнился. В прошлой серии тоже Rayquaza заспавнился. Но Rayquaza нам тоже не нужен, так как он у нас уже есть. Офигеть, и Мью заспавнился, и Rayquaza заспавнился. Может и... Ух, твою ж мать. Я опять не тот скилл использовал. Офигеть. Убежим, не убежим. Твою... Колдин, колдин.
Да ну нафиг. Че, убьем? А, да капут. И он уже и пропал, да? Ладно. Так. Полетим мы дальше. Райкваза, где ты вообще заспавнился? Заспавнилась. Только тоже нам, нафига нам Райкваза, да? А вдруг сейчас и Гравдон заспавнится. Может. Где у нас еще есть какая-то пустыня большая, чтобы туда полететь. На всякий случай. Если уж так два легендарных заспавнилось, то... Так, давайте в большую куда-то пустыню, где она. Вот сюда, например, можно. Так. Попробуем полетать. Так. Вдруг заспавнится. Ну, два как бы уже заспавнилось, да, и Мью, и Райкваза. Вот Гравдон что-то не хочет. Там у нас покемон босс, только я не знаю. Нет, он не в земле. Так, где он? Да не ты. Или он в земле? Или он уже пропал? Нет, он походу в земле. А, ладно, не буду я в землю опять туда идти. Нет, походу, ну, в принципе, да, Гравдон заспавнился, чтобы Гравдон заспавнился, да. Ладно, там у нас еще один кто-то, и он тоже в земле, да, или нет? Да, он тоже в земле. Ладно. Полетим куда-то дальше. Охренеть, это что такое? Ах, это что такое? Что там творилось с покемонами? Что это за хрень? Охренеть. Что это такое? Офигеть. Это что, так покемоны обновлены? Фиг его знает, что это. Мда. Да. А ну давайте еще раз. Да. Так, ладно. Даже, ну, не... смысла так нету, мне так кажется. Фиг его знает. Бам-бам-бам-бам-бам. Гравдон, гравдон, гравдончик. Нету, нету, не хочет никак спаниться. Так, давайте мы все-таки пойдем домой. Так, идем поспим. Так. Так.
Поспи. Мама. Так, отлично. Ну давайте еще, может, попробуем раз. Или покемоном босса какого-то. Будет кто-то, нет? Нету никого. Так, ладно. Фиг его знает. В шахту, я уже думаю, нет смысла идти сейчас. Фиг его знает, ребята. Так, вот что я еще хотел сказать. Сегодня же выходит новый дополнительный сезон, да? Первая серия. О, там, сейчас, секунду. У нас покемон босс. Офигеть, это залагало. Только он уже, наверное, пропал, да? Да, он уже пропал. Так что, ребята, ставим лайки под новый сезон, если вам он, конечно, понравится, да, Пиксельмон с другими модами, да, как бы дополнительный, да, главный, ну, я уже объяснял, да, что там, да и как, если что, вы можете в группе посмотреть. В группе ВКонтакте, там тоже подробно все описано, и цель сезона, и как бы все, да. Так что, ребята, смотрим. Если понравится, ставим лайки, да. И серия может выйти еще быстрее. Если наберется 100 лайков под серией, под видео с нового сезона, да. Ну, как бы с дополнительного, да. А, так, ладно. Летаем. Мью заспанился, Райкват заспанилась. Лучше бы Граудон. Ну, как бы они тоже, да, заспанились, но... Граудон бы тоже было бы отлично. И потом бы еще, в принципе, Забдос бы остался. А так нам еще и Граудона нужно как-то словить. Фиг его знает как. Ну, ладно. Так, ребята. Сейчас, я думаю, в принципе, мы будем охотиться на покемонов-боссов. Так как нужно уже последнего, ну, птицу, да, легендарного словить. Ну, алтарь, да, купить за 200 там чем-то алмазов. Поэтому будем мы сейчас... Ну, как бы, нужно нам искать покемонов-боссов, да? И, в принципе... Чё-то я вот сейчас никого не вижу. Летаю. Думал, может, кто-то заспанится. Но чё-то никого нету. Никого нету. Зато те два легендарные заспанились. Капут. Так, ну пойдем в горы, может. Может, тут кто-то будет. Тут тоже что-то никого нету. О, так, сейчас. Вот тебя мы сейчас и попытаемся словить. Только вот ты чё-то хрен ловишься. Во, это чё ещё за лаги? Так. Давайте попробуем, ребята, чем бы тебя словить. Пофиг. Только чтобы ты словился. Да, этот вот вообще никак не хочет ловиться. Сколько мы пробовали его уже словить, чё-то никак. Чё, и на тебя мастербол использовать?
да капут. Ух. Короче, иди ты в мастербол, да и все, буду я еще и с тобой. 4 мастербола осталось, 2 мы сейчас, ребята, просто-напросто трогать не будем, чтобы один был на Забдуса, а другой на Гравдона, если он заспанится. А 2 как бы еще мы потом сможем на кого-то использовать, на того же Шайни, может еще на кого-то. А если что, потом еще как бы и так сможем купить парочку мастерболов, да, в магазине, за 5 алмазов один мастербол уже продается, да. Поэтому, ребята, в принципе, словили мы его, дословили. Так. Еще сколько у нас там еще? 4 мастербола? Ну да, в принципе, нормально так. Так, идем мы все-таки домой уже. И я думаю, ребята, давайте уже на этом, в принципе, закончим. 100-я серия. И, в принципе, ребята, ставим лайки. Юбилейная, может так. Ну, юбилейная, не юбилейная, но, в принципе, как бы сезон не заканчивается, я так думаю, да? Я сказал, что, ну, в принципе, нам, ну, как бы 100-я серия, да, но нам еще 2 легендарных осталось словить, еще один фосил найти, еще там нормально так покемонов словить, да. Поэтому, ребята, в принципе, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки. Ну, да, действительно, эту серию все-таки давайте уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.